Грязь. Скверн. Еще какая-нибудь информация, если нужно. Бля, так он что, здесь? О, меня заметили! Это плохо, а это прям отвратительно. Ты ёрка? Как классно. Чё ты недоволен? Кто нас говоришь? Чё ты, говорю, недоволен? А кто нас говоришь? Грязь! А что он делает? Обилка у него какая? Не знаю, какая у него обилка, я знаю, что у меня пиздец. Это потому какая обилка. А кто я бил для острия? Я не знаю, что ты взял, что ты мне говоришь. Я взяла какое-то говно, потому что я падаю первую. Секучка, что ли? Нет. А ты что, ты взяла реально оглушение из шкафчика? Молодец. Мне надо так, мана. Девочки, у меня мрачное объятие еще. Преследователь у него, что ли, я думаю. Потому что он как-то прям... Откуда-то зрячий пришел, да, и быстро. Наверное, просто увидел, что вот страдающая. Мэйд, что ли, был? Может, нет, может быть, он... Выхода нет. Это просто дверь не может понять, что рядом дверь, я тебя вообще не слышу, что говоришь? Говорю... Обычно со скверной рядом врубы спавнятся. Ай, лодок. Всегда, блядь, Нэнси, ёп. Каждый, блядь, раз, Нэнси. Каждый, сука, раз. Что? Какое? Не донес? Снялась? Нет. Сама? Я ее снял. Блин, я вас вижу, а ману не вижу. Прикольно. Есть аддон на добивание после ночи? Нет, нет, нет. Ну, давай уже. Господи, какая долгая ночь. Ожидание и холод. Так, прошел мимо теплиц. А куда, непонятно. Где-то у меня он. Угу. Где везде леди медведь? Он не смог ударить ген рядом с теплицами, потому что там было этого выхода нет. Ей, я буду шпивать раз. Так он сокрылся. Шкафчиком оглушил. Грязь. Не шкафчиком, просто. Просто оглушил, но не шкафчиком. Верно, мрачные выхода нет.
Теплицы есть. Окей. Да ну что ты опять что ли? Перестань. Боже. Вот это я, конечно, молодец. Вместо запереть залезла. Бывает. Кнопки перепутал. Что такое, бросил тебя? Да. Порча? А я его в шкафу жду. Ну, ладно. Он у меня. Мимо меня прошел. Мой ген. Снова закрылся, а он в мейне на втором этаже. О, так вы рядом. Ты прям рядом со мной упал. Удобно, да? Я вообще ни хера не вижу. Долгий мрачный, ура! В этом есть плюс. Он не сможет пнуть, если что. Ну да. По сути, вся игромана заключается в том, чтобы играть как подлая скотина. Про всех манов говоришь? Ну, потому что вот чужой нам это показал. Ты играешь как подлая скотина. Ты выигрываешь. Ты играешь по-честному, ты проигрываешь. Ну что, вот, пожалуйста. Он у меня зачем-то вылез. Я осталась там же, где тебя снимала. Блять, ну я даже не знаю. Он у моих левых ворот. Я в шкафу. Оглушаю его! Я реально оглушил. Шкафчиком грязь. Ой, неприятно, ой, неприятно. Еще вот я ее это отпустил. Вот это очень неприятно сейчас. Потому что ты оглушил палеткой и шкафчиком, это ты хорошо сделал, но сейчас будет ночь. У него выхода нет? Возможно. Они не открывают. Ну я ее только что сняла, она поэтому не открывает. А вот что со Сейбл делает, я не в курсе. Я пока отсиживаюсь, потому что я не хочу умирать просто так. Тебя еще спасать надо будет. Хотя, если он за тобой бегает. А, ешь. Ну да. Они тут открывают. Мои ворота. Ну, ладно. Куда дело здание? Похоже, он на них тэпнулся. Да, так и есть. Бьет. Ну да. У него выбора нет. Да если ко мне бежит, ты тоже ко мне бежишь. Он за нами.
А можно Нэнси не будет тогда к тебе бежать? Я четко помню, где твои ворота, а где вторые ворота, я даже в душе не знаю. Они вот там справа от меня. Но они закрыты. Но она не успела, значит, открыть. Но она их не открывала. Да, у нас важнее дела были же. Тотем. Тотем, мать. Кажется, она хочет похилить от тотемчика. А ворота рядом, так что это все. Он на левых ворот. А, да? Был. Я открыл правый. А ты где? Я налево. Бегаешь? Конечно. Желательно сейчас. Я тоже. Нет, ну Нэнси заслужила, извините. Пусть дальше скрюсь со своими этими тотемами развлекается. Ну, Сейблк просто полезная вообще. Мега полезная. Она уже сбегает, он ее отпускает. Или раскачка сработала. Это раскачка и через край сработает. Хитрая какая. Один выхода нет. Терпен, что она упала и ну да, с высоты, чтобы логично.